Сегодня мы можем, в принципе, сейчас свечи сделать. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас здесь видеть, в нашем новом доме, с нашей новой новостью. Разрешите нам мне представить своих коллег. В первую очередь Алексей Левченко, председатель правления банка. Ирина Лемитовская, директор по маркетингу. Олег Бериев, наш партнер и президент Майлдберри, агентство, которое помогало нам реализовывать проект, о котором пойдет речь сегодня на презентации. И Наталья Амелина, начальник отдела маркетинговых коммуникаций. Нам предстоит в ближайшее время пережить довольно важное для нас событие. Визуальное оформление бренда претерпит довольно серьезные изменения, о которых мои коллеги сегодня будут говорить в больших деталях. Мы почувствовали необходимость эволюции бренда довольно давно. Она была принята и осознана акционерами и менеджментом компании примерно год назад. Поэтому, наверное, можно говорить о том, что проект эволюции бренда длится в реальности больше года и проходит в два этапа. Ну, как вы все знаете, летом 2007 года группа «Ренессанс» сменила свой фирменный стиль, и наш банк, работающий на тот момент под брендом «Ренессанс Капитал», получил имя «Ренессанс Кредит», и, подчеркивая принадлежность к группе, стал рубиново-серым. Подчеркнув свою связь и принадлежность к группе «Ренессанс Капитал». Разумеется, банк сегодня все активнее и активнее работает с новыми клиентами. Стратегия требует построения сильного и дифференцированного от конкурентов розничного бренда. Сильный бренд – это серьезный ресурс для развития розничного бизнеса в дальнейшем. И поэтому для работы с широкой клиентской аудиторией нам необходимо иметь репутацию не только надежной, но и открытой, дружественной для клиентов. Компания, которая готова стать доступным оперативным источником для удовлетворения потребностей довольно широкого круга населения. Стилистика «Ренессанс Групп», ориентированная на крупных корпоративных клиентов, разумеется, эту задачу не может решить в полной мере. А сформировать правильный образ компании в глазах массовых потребителей – задача этого этапа проекта по эволюции нашего бренда, по эволюции бренда «Ренессанс Кредит». Новый фирменный стиль «Ренессанс Кредит», сохраняя сходство с брендом всей группы, становится более живым, более эмоциональным и наиболее полно отражает ценности «Ренессанс Кредит» как именно розничного банка, работающего с населением. Отлично. Можно? Мы искали символ, который, когда начали работать над визуальным образом, искали символ, который помог бы нам отразить в максимальной степени наши ценности, а также саму суть кредитования как источника финансовой помощи и, я бы сказала, поддержки персонального развития человека. Этим символом мы считаем дерево, один из самых узнаваемых символов развития и прогресса. Поэтому наш новый логотип в результате имеет в себе стилизованное дерево. Логотип есть перед вами, я еще раз на нем остановлюсь. Логотип «Ренессанс Кредит», помимо того, что у нас сохранился фирменный шрифт, который является частью принадлежности группе, также сохранил рубиновый цвет, который является фирменным цветом группы «Ренессанс». Однако мы добавили яркий зеленый и, собственно, вот этот знак, который позволяет нам, вне зависимости от того, с какими новыми бизнесами нам придется работать и на какие новые рынки выходить, брендировать ту компанию, которая войдет в состав группы, теперь уже группы «Ренессанс Кредит».